Она уехала в Египет, чтобы навестить маму. За границей скончалась директор Южноуральской школы. Женщина была родом из села Мяска. По предварительным данным, на отдыхе у нее оторвался тромб. Все произошло 22 января. Женщина летала в Египет не по туристической визе, поэтому страховки, которая могла бы покрыть расходы на транспортировку тела в Россию, у нее нет. Сейчас близкие умершей собирают деньги на транспортировку тела. Понадобится около 500 000 рублей.